Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Михаил, вы на канале Фунзы. Что ж, продолжу-ка играть в эту замечательную игрушку. И, кстати, вот у меня вчера еще такой... Ой, не вчера, а в прошлой серии, короче, такой прикольчик получился. То, что у меня почему-то запись не выключалась, пока я там игру не вырубил. Или там под конец она выключилась, когда еще игра была включена. Точно не помню, но ладно. Так, на данный момент, вот, получается, все 5 недель... Что, короче, 5 недель пройдены на А+. И вот шестая, там только 2 дня пройдены. Остальные там, ну вот здесь 40-й тоже. Ебать-то, тут просто 4 дня. И тут еще 2. Ладно, давай-ка я, короче, дойду, наверное, до 48-й, наверное, перед последней вот днем. Да, ведь 7-я неделя это последняя. А дальше, наверное, опять буду на А+ пытаться набивать. Если не получится, то похуй, я пройду там последний денек. Я имею в виду не в этой серии, а вот в целом. А если у меня вдруг получится, то ну и славно. Я не хочу прям идеально все на плюс проходить. Если у меня получится, то пройду. А так, похуй. Ненавижу клоунов, говорит смерть. Отправляй всех в ад. Приступай. За что, блядь? Ну, кстати, что они такие не очень выглядят? Так, ну... Это ты суицидник. Ты кто вообще, блядь? А я уж не помню, кто это такие нахуй. Че за... У меня кто-то, блядь, за этих пиздец. Я помню, когда-то вот такая хуйня была, но не помню, кто это. Отказался от гротения, но не рано. Глаза черные. Пули. О, нихуя, кстати, Харли Квин. Бля, пизду, ладно, давай-ка. Я этот парадокс ебучий. Ну, первый результат, конечно, плачевный. Ну... Что, чего еще ожидать от меня стоило? А, ну, точно, там есть остается. Снял корону? Блять. Похуй. Похуй то, что я халявщик, я опять там проебал, опять ошибочку, опять. Давай-ка, ага, ай. А, ты отказался. А чё за маска? Так, подожди. Кто-то в шляпе. Такой в шляпе. С ободочком. Вот ты? Ты, да. А, визуально... Блядь. Визуально кажется, как будто это... Кто? Черепашка-ниндзя? Так, не ты. Кровь на теле исчезла, футболки... А, металлика, все. Сука! Куда меня потянуло? Там же металлист, это пипупа. Хотел в ад отправить же. О, Е плюс, все, уже хотя бы что-то. О, а, все клоуны, точно. Бросил стакан воды. Хочет чашку кофе. А это можно считать за обжорство? А, чистая совесть. Так, не ты. Кто-то с этим письмом. С этой книгой адовской. Ну, короче, кто-то уверовал в этого сатану, что ли. Блять. А че все время? А, Харли, это клоун, чего? Так, какая-то женщина в платье. Это вроде Джокер клоун, блядь. Почему Харли клоун? Через один идут. Женщина в шлеме. Вот ты, да? А. О, кто-то суицидник. Не хочет в рай, ну значит не рай. Че ему? Поставлять будем? Вау. Давка в фастфуде. Кто-то подавился. Его еще и застрелили там. Отказ от этого. О, бля, клоун. Это тот, который впервые в рекламе Макдональдс, что ли? Так, ты. Рай. Дальше ты.
Ад. Все. Шрек, блядь. Похоть. А, их 50, блядь, а я думал их 45. Все. И что я получу? Ебать, радостный натрачивает. А плюс сразу сюда. Кайф. Тут новые эти. Пухлые люди появились. В меру упитанные. Бляха-муха, подождите. Я обронил джем. Я просто этот сладкий пирожок хавал. Бляха-муха. Все, вроде вытер. Да, вроде все нормально. Ну, значит, можно продолжить. Перед тем, как мы приступим к решающим дням твоего испытательного срока. А, это испытательный срок, то есть там дальше еще полноценная работа пойдет. Нужно полностью очиститься. Не нам, а нашим клиентам. Хотя и твой ум должен быть чист. К тому же не хотелось бы заполнять ад придатками похоти, так сказать. Соблюдаем баланс в предстоящей битве. Какой нахуй еще битве? Поэтому все существа, которые найдут в себе силу отказаться от своих похотливых подружек, должны быть отправлены в чистилище на переиспытание. Я, кстати, вспомнил, да, я играл уже в эту игру, проходил ее не полностью. Я прошел вот эти 7 недель, а дальше не играл, там дальше еще какая-то часть игры что ли началась. Я ни хрена не помню, я даже как будто подзабыл о том, что там вообще что-то дальше есть. Ну вот, увижу. Причем сам, получается, впервые полноценно увижу. Я там только это взглянул, по-моему, немножко раньше. Так. Этот с чем-то в руке, это как у него называется, да, забыл. Ух ты. Здесь-то чё, блядь? Так ты, рай. А, ват. Вынул стрелу из головы. Крепко держит книгу сатаны, но не рай. А, можно отказаться. И чё, чистилище? Да. Так ты, чистилище? Дальше это... Блять, агрессия. Что-то много всего пошло уже, хуй поймешь. Точно этот космический. Вот ты. Ай. Еще кто-то там. Чумная дизентерия в клинике. Бля! Тупая ошибочка. Посередине. Ну, мне бы желательно, конечно, на плюс походить, ну ладно. Сука. Еще и долго что-то я это делал. Затыкал. Пошел нахуй. Ад. Сука, оружие, блять, я не успел, сука, я ошибаюсь. Я ошибаюсь. За 8 секунд быстро закончил. Ну, прошел, так сказать. Так, что там? Кто-то за точкой стоит. Все, из тюрьмы только вышел, да? У спартанцев были сильные женщины. А, да. И тебя же со измену прям убьют еще, ебанулся. Ебать, у него там женщин было. Так, это не за точку в итоге. Я, по-моему, уже ловил такой прикол когда-то в этой игре. А зачем я это делаю? Это же все равно что делать. Почему женщина тоже попает? Блять, ну жирного, конечно, да. Ну его должно было быть видно на этой силуэте, но что-то я не заметил. Go, 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 go.
А зачем еще Диада отказалась от этого? От похоти. Да ты заебал, ебучий парадокс. Я чисто из-за парадокса больше туплю, чем из-за этой херни, наверное. Хотя фиг его знает. Я помню один день, где спартанцы были, я там так долго не мог пройти. Успел. Кто ты этот космический? Как там? Я мог в теории даже не кликать ничего, но так дольше получилось бы. Так ты, рай. Еба, дальше ты сразу ад. Как его узнать-то? Я с этой фигней, кстати, перестал ошибаться. Так, не ты. Я просто уже не помню, кто там. Тербится сок. За что? За то, что тебе не понравилось, что он тербится сок? Ну мог ему помочь. Сам бы потербил. Рассыпал деньги, кровь на тельче. Но он не отдает, да? Кровь на полу. Поломка лифта, кстати, это удобно для меня. Потому что я перезапускаю ведь сам. А тут сразу заново. Так. Бать, у него там я и в башке оружие, и везде. А чё так быстро, кстати, ускорилось ведь? Чистилище. Этот с бутылкой. Бать, у него много всего было. Рыбка держит крылья. Ага. Хуй ему, а не рай. Есть в ожогах. Ну да. Вот ты, чистилище? Ух ты, бля, ебать врага. О, война за независимость. Я не помню, что эта живая маска делает вообще. Так, ты? Чистилище. Ад, сразу ты. Погнали. А что так клонов, а? Я не понимаю. А это куда? А, все. Еретик, блять. Кто такие? Что у него не так? Я что-то не помню. Я какой-то аспект не помню. В смысле, блять? Кто-то в шапке здоровый. Ебать, я все отлично прошел, и вдруг в моменте он еретик. Что с ним не так? Я что-то не понял. Блять, как много у тебя всего. Пошел нахуй. Блять, напоминает этого американского папашу. Мультситком был раньше такой. Блять, до сих пор есть хуйня. Ты рай. Дальше опять же кто-то с унитазом в руке. Как много сейчас лад полетело, а? Ебать, подряд. Подряд. Блять, опять? Да ты заебал меня. Окей, 30 секунд.
Давай. Блядь, куда я захавал? Кого я схавал, блядь? Не лучше остальных, ну там пару секунд осталось. Ну просто иди ты в задницу, нахуй. Ты любитель, чтобы кто-то работал за других. От всего отказался бы. Вынул лом из головы, обмочил штаны. Блядь. Точно, вынул это все, это значит. Это рай, серьезно. Бросил оружие, тьма во взгляде, ну все. Так, кто там, блядь? Ну, кстати, вот эти женщины, это очень палевно. Кто-то с бутылкой, чем стоит? Вот ты, да? Да, ты. А, этот из психушки. Да чё? А, точно, опять, блядь, это не суицидница, а, сука. Я просто так давно уже на этой, на седьмой неделе не играл. Я путаюсь, пизда. Да, блядь, ну так, а чё сразу-то так, а, быстро? Нельзя было подождать какое-то время там. Ебать, подряд идут. Что? Какой нахуй язычник? Почему вдруг язычество грех? Это же тоже вера какая-то. Так, сам убийца ебаный. Ну, клоун, зачем я проверял? Так, ты, чистилище. Ебать, макаронный монстр. Блять, ну сука, почему, что со мной не так? Куда меня тянет? Я помню моментами, то идеально похоже, то вот какие-то затупки происходят. Ты кто, блять? Как тебя определить? Блять, как тут много всяких переходных моментов. Угу, вкусненько. Или подожди, или может это сама работа полноценная, она будет только во второй части? Бросил сэндвич, не понимаю, где находится, под ногами уже кровь. Под ногами кровь. Блять, почему я подумал, что она смылась? Это пиздец. Блять, мне интересно, а кому-то весело от того, что я туплю, как не знаю кто, нахуй? Ну, просто долбоебина. Или вы там сидите, не знаю, злые от того, что я так туплю. Не ты. Или ты. Это он. Нет, тут с ножиком. Нет, все-таки с ножиком. Так, еще самоубийца. Ты еретик, блять, как их определить-то нахуй? Дайте мне понять, как определить ебучего еретика. Ага. Иди нахуй. Огромный, блядь, плащ ебейший. Что не... А, кровь на теле... Блядь, да я вообще в глаза долблюсь. Так, окей. А, кто-то с мечом.
Он святой. Так он же выглядит, как недавно я того челика и еретиком был. Они же одинаково выглядят. Как тогда определять-то, что, блядь? Точно, с мечом. Почему я все время забываю? Меч, вот, да. Ты кто, блядь? Кто ты, нахуй? Что это за... Я понял, кто это. Дальше идет суицидник. Я по это... Солнечный удар. С книгой, блядь. С Библией на пляже, прикинь. Это странно. Вот. Ад. Все. Можно без, пожалуйста, этого язычника в этот раз, а? Я просто его, наверное, не определю опять. Все. А я успел? Успел, нет? Успел, да? Да, успел. А плюс... Сюда просто, блять, последние вот эти вот два дня, что я сейчас отыграл, все на плюс сразу, моменталочкой. Ладно, давай, 48-й, я причем все черепа получил, а тут есть дни вообще, в которых я больше черепов получал, чем должно было быть. Таких вообще нету. То есть я наугад не играл, да? Ладно. Очень важный... Блядь, стой, давай я заново прочитаю, я... Похуй, халявщик, пусть мне сразу... Пусть сразу хуёвая девушка будет. Блядь, иди нахуй, пожалуйста, давай я тебе просто... 151 и все, и ты съебёшься. Слишком рано. Пройди прошлые дни на Б или лучше. Че, серьезно? На какой... Какой Б, нахуй? Ты кого смешишь? Очень важный день сегодня, жнец. Второй по важности. В смысле, нахуй, второй. Типа, перед последним, что ли? По заданию вышестоящих начальств мы начинаем подготовку к апокалипсису. Но хоть день и важный, но не самый сложный. Всех воинственных демонов отправляю к Люциферу. В ад. И Анхаргелов. Ты увидишь их в рай. Ебать. Это все, приступай, не подведи. Это кто нахуй? Ест курочку, все. Ебать, он что, из дома сбежал с башкой демона? Так, нет. Что за хуйня, блядь? Метла это что? Это просто опять эта принадлежность, которая ни на что не влияет. Как этот пакет с мешком земли, вот этот мешок земли для рассады. Вот с таким тоже гоняют. Цветы там тоже эти... Нихуя! Полечить эту жопу очень легко. Я, в принципе, знаю, что я... Какой нахуй еретик? Ну... Блин, мне все время этого чела кидать еретики, если у него там не святые глаза. Я понял, короче, сейчас какую-нибудь демонюгу увижу или там этого святого. Что не так? Я что-то не увидел. А, чистая совесть, блядь, точно. Пиздец, у меня каждый день это 30 тысяч перезапусков. Вот. Бля, что? Все. Я надеюсь, у меня там ничего не произошло плохого на записи. Должно быть все нормально. Ведь у меня спокойно приложение и экран записывает. Блять. Сука, столько чекал и не определил, кто там. Это. У него силуэт такой типичный, просто пиздец.
О, этот с короной какую-то здоровую, ебать. На свиданок пошел, ты че? Ты шо, медведь, ты шо, охуел? Это как понимать, блядь, медведь? Ебануться, медведь, блядь, с женщинами стоит, ебать мой хуй. Еретик еще вдобавок. Ебануться, блядь, какие мощные, а. Почему эти демонические существа выглядят сильнее, чем Анхаргивы? Ебать, еще и черные глаза. Я вот знаю, есть песни, как и зеленые глаза вроде, а тут черные. Ебать, он здоровый. Бросил свое золото, снял корону, небольшие рожки, да? Блять, Владимир, ты что тут делаешь? Ты еретик. Какой нахуй святой? Я не понимаю, как оно тогда еретик? Это типа из-за того, что у него на шее там золото, или как оно определяется, блин? Блять, создатели игры, вы шо, ебанулись? Как это определять? Или у него там на жопе написано скрытно? Блять, ну я, знаешь, временами такие хочется его отправить. А почему шапка из еды считается нормальной, а вот сама еда хуйня? Если он вот этот головной убор может снять и съесть. Капец, еще одеяло теперь появилось. Детей света тоже до хрена прям. Да блять, ебучий продукт, я про него забыл. Вот детей света все накидывали. Вот сейчас накинули еще и еще одеяло. Так, давай сразу суицидник этот, который. Ну, он прям выделяется. Ебать. Вот ты. Ад. Ну, у него какая-то жопа, он, блядь, выделяется. Ты что? Нет, не ты. Блять, пошел нахуй отсюда. У него не жопа выделялась. Индейц. А почему им разрешено, блять, с демонюгой заходить в рай? Башкой демонюги. А нахуй он отказался от многого, но при этом от одного аспекта не отказался. Блять, ну рога. Не, реально, а в чем смысл, если можно же просто от всего не отказываться? Так же еще лучше, наверное. Или там лишний круг ада, типа. А, блять, ну иди ты нахуй, пожалуйста. Нельзя не такой хуйней заниматься. Сука, ну. Я еще и мисс кликнул. Да пошел ты нахуй, блядь. Не лучше я других, да? Я тебе наебал сразу.
А может это типа и будет дальше давать мне работу, а не смерть типа? Зачем я у него навоз забрал? Край. Там еще кровь под ногами у челика. Он с этим с алкоголем стоит. Мне фак показывают, за что? Ты что ли? Разбил бутылку спирта. Ну все. У него эти еще на плечах вот эти квадратные фигни. От всего отказался даже. Блять. Я вот подумал об этом, но что-то уже нажал. Блять, ну я хотел бы этот денек 48-й ты против этой серии. Ну ебать ей рот, нахуй. Кто ты такой? Кто ты, воин? Да вот кто ты, воин, блять. Че за типичные эти силуэты? Вообще никаких отличительных черт. Ну то, что он немножко больше, чем большинство, ебать. Очень показывает мне. Ничего, каждого проверять на отличительные черты. И тут еще какая-то хрень есть, которая подходит, но я не обратил на нее особо внимания. Да блять, ну ты заебал уже, чё так часто? Просто через заход нахуй. Так. Я близок. Все. Заебись. Мы рады видеть такой результат. Так, не ты. А то уже спиздить меня хотят. Да блядь. Чуть не проебался. Последний момент нажал. Ну у него тут какой-то портмоне или что ли? Ты? Не та... Нет, не ты. Блять, ну сила веры куда? Он всю жизнь верил в Бога, и вдруг его в ад. Пиздуй. А, ну суицидник, это легко. Так, корона, молот. У него что-то на башке. Что-то прям выразительное на башке. Ну и не ты вроде. А, вспышка игровой зависимости. Ну League of Dota это да, согласен, это... Это пиздец, если такая игра выйдет, это все. Блять, подожди, а глаза? Чистая со... Какая нахуй чистая совесть? У него вроде что там было. А у меня вообще нога зачесалась. И вообще я заебался этот денек походить, у меня ни хрена не получается. Я тапок нахуй. Ладно, что ж. Продолжу, наверное, в следующих сериях. Может там добью А+ на многих днях или вообще на всех. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки, комментировать, нажимать на колокольчик, там все уведомления. И помогите мне добраться до 500 подписчиков, 500 и выше. Ну и переходите на мой дискорд сервер. Всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр.